Ну, друзья, всем привет! Хотел поделиться немножко, пару слов замолвить об аккумуляторах, которые являются одной из самых важных, в принципе, узлов в автомобиле. Но люди, как бы, из-за своего незнания, из-за недостатка информации, из-за недостатка опыта, думают, что это все просто коробка, которая должна просто стоять, ничего с ней не надо делать, она будет как-то там сама по себе будет работать. Не тут-то было. Значит, ребят, перед зимовкой нужно сделать ряд движений, которые касаются ваших аккумуляторов, независимо от того, новый или старый, тем более. Во-первых, нужно зарядить его. Зарядить конкретно перед холодными временами года. Вот, зарядить на 100%. Почему? Потому что если ваш аккумулятор разряжен на 80%, генератор его не зарядит на 100% никогда, пока вы сами не поможете ему с помощью вот этого вот приборчика, то есть зарядки. Заряжайте на 100%, подчищаете клеммы, чтобы они были в идеальном состоянии. В идеальном состоянии. Как минусовое, так и плюсовое. Вот, аккумулятор должен быть чистенький. Промыть его нужно 10% раствором соды, чистой тряпочкой, вода с содой. Промыли, он должен быть хотя бы вот такого состояния, как мой. Ему год, этому аккумулятору. Год. Вот, чистенько вымыли все, протерли и зарядили его, поставили на ночь, дабы он вам служил верой и правдой. Что еще по поводу аккумуляторов? Зачистить клеммы, чтобы не было никакой закиси. Вот, ничего не окисленного должно быть. Все должно быть чисто, в идеальном состоянии. Если у вас обслуживаемые аккумуляторы, то есть здесь банки, такие выкручиваются, такие гайки пластмассовые, нужно проверить уровень, обратиться к своему сервису, на свой сервис, там, где вы покупали, чтобы вам проверили плотность электролита. Норма это 1,27 должна быть. Все, что меньше, нужно делать, все нужно сделать, долить и дистиллированную воду, если нужно, ну и потом зарядить, само собой. В принципе, все. А самое главное, это исполняйте вот такую вот вещь. Инструкция по эксплуатации. Это к зарядному устройству. Читайте инструкцию к вашему аккумулятору. Делайте четко пункт в пункт, и ваш аккумулятор будет служить вам долго. Все будет окей. Не надо никого слушать, каких-то сказочников, которые там от себячину говорят, а потом аккумулятор не прорабатывает и полгода. Его отдают на металлолом. Вот. Проверяйте на сервисах. Есть такой сервис, аккум-сервис у нас в Одессе. Можно приехать и бесплатно сделать тест своего АКБ. В принципе, все. Заряжайте вовремя ваши аккумуляторы, обслуживайте их, и они будут вам служить очень-очень долго, и не будут вас напрягать, особенно дизельные автомобили, в холодную пору года. Итак, счастливой зарядки! Всем пока. Благословения.